Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную двухуровневую квартиру со своим садом в новом проекте, который только был сдан в эксплуатацию где-то 3 месяца тому назад. Тут есть даже крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес, сауна, хамам. Сейчас все вам покажу. Расстояние этого проекта до моря 450 метров максимум. Здесь у нас парковочные места для велосипедов, мотоциклов, мопедов. Открытая парковка у нас снаружи проекта. Здесь ухоженный такой красивый сад. У нас вход в квартиру прямо с площадки. Сейчас покажу. Здесь вот такой большой открытый бассейн. Тут зона барбекю и беседка. Кого интересует любая недвижимость в Алании, заранее приезжайте в Аланию или звоните до вашего приезда, я все вам найду, в особенности виллы. Приедете, поедем, все покажу на месте, так как не успеваю снимать ролики. Так, и с этой стороны покажу вам. Детский бассейн. Тут у нас крытый бассейн. Дорожка, там дверь пока закрыта. И вот та квартира, которая продается в этом проекте. У нее есть вот такая калитка. Закрывайте двери. Видеонаблюдение 7 дней, 24 часа. Здесь у нас такой балкончик. Так. Тут для внешнего блока кондиционера отдельная кладовочка сделана. А также и с этой стороны есть кладовочка. Можно что-то поставить туда. Ага. А. Здесь квартира продается под ключ. Закроем двери. Термопакет окна. Шумоизоляция очень хорошая. Света в квартире нету, так как абонемент еще не получили. Буду с фонариком показывать вам. Так, мебель вроде есть, осталось купить бытовую технику. Так, сделаем по-другому. Угу. Тут керамика. Гранит. Угу. Сюда устанавливать телевизор. Санузел на нижнем этаже без душевой кабинки. Угу. Так, это я себе заберу. Теперь мраморная лестница у нас. Поднимаемся на верхний этаж. Итак, здесь санузел с душевой кабинкой. Первая спальня. Угу. Так, так, так. И вторая спальня. Вот. Здесь как минимум 13 квадратных метров. Там 10-11 квадратных метров. И еще санузел в хозяйской спальне. 3 санузла. Одна без душевой кабинки. Угу. Платяной шкаф. Угу, хорошенький такой. И здесь у нас санузел стоит, проточный водонагреватель фирмы Vita Electronic. Здесь устанавливается стиральная машинка. Кажется, бытовая техника тоже включена в стоимость. Это обсудим. Мне надо узнать.
Цена этой квартиры 118 500 евро. И есть у нас терраса здесь. Так. Балкончик. Высокий потолок, как бы вот. Такой вид. Здесь тоже кладовка. Отдельно. И там кладовочка. О, внешний блок кондиционера тоже сюда ставится. Итак, дорогие зрители, цены я вам огласил. Айдат здесь 350 лир. Я сейчас пойду, покажу вам инфраструктуру. Не закрываем ролик. Итак, здесь у нас два лифта. Также есть выход к дороге. Это отдельный выход. Давайте проверим. О, здесь тоже сад есть свой. Итак, отсюда напрямую есть вход к крытому бассейну и фитнесу. Фитнес-зал. Даже есть кондиционер у нас тут. Не будете потеть. Крытый бассейн. Елочку забыли собрать. Новый год продолжается. Давайте я шляпу себе заберу. Так, и здесь у нас сейчас покажу сауну. Так, здесь зона отдыха. Сауна написано с 9 до 21 работает. Какие дни, не знаю. Наверное, все работает. Да, работает. Так. Тут. О, хамам работает теплый. Как красиво, освещением. Так. И здесь душевые кабинки. Закроем свет. Пойдем в скрытый бассейн. Дорогие зрители, инфраструктуру вы увидели. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. И комментируем. Цена квартиры, повторюсь, 118 500 евро. Расстояние до моря 450 метров максимум. Всем пока-пока, дорогие.